Это кейс для меня тоже темный ящик. Я знаю только, что он про Hyundai, что, соответственно, его представляет Яна Остас из Nota Media, и у нее 6-й iPhone. Отлично. Отличная характеристика. Спасибо, спасибо. А, на самом деле, я так понимаю, что у меня совсем мало времени, поэтому... Давайте 15 минут, я думаю, мы можем себе позволить. 15 минут, да, я думаю, я уложусь. Вот. Я сначала покажу вам кейс, собственно, в видеокейсе, потом просто кратенько расскажу об особенностях этой компании, как мы ее делали, и что, зачем и почему. Вот. Я думаю, так. Крупные автовыставки – это всегда соревнования автомобильных брендов за внимание посетителей. Инсталляции, флешмобы, подарки и, конечно, обаятельные девушки. Как бренду Hyundai с помощью интерактивной игры удалось привлечь на свой стенд сотни потенциальных покупателей? Задачи Hyundai на стенде в рамках международного московского автомобильного салона в Крокус Экспо. Привлечь посетителей. Создать интерес к ключевым моделям бренда. Пополнить базу CRM. Создать активность в социальных сетях. Решение. Интерактивный квест «Найди свой Солярис». Мы расположили 11 стоек по периметру стенда Hyundai около ключевых моделей автомобилей. Участник скачивает приложение, получает RFID-браслет и регистрируется в системе с помощью e-mail и номера телефона. А дальше, как в детстве, начинаются веселые старты. С помощью браслета он чекинится около каждой стойки и получает вопрос об автомобиле. Подсказку можно найти внутри авто. Куда двигаться дальше, подскажет приложение. Каждый день участники, ответившие максимально быстро и точно, выигрывали ценные призы и получали возможность сразиться за Hyundai Solaris. За время конкурса фотографии завтраков и селфи в соцсетях сменились кадрами со стенда Hyundai. После завершения выставки на сайте проекта было размещено 20 фотографий победителей каждого дня. Автор фото, набравший максимальное количество лайков, выиграл автомобиль Hyundai Solaris. Информация о конкурсе распространялась с помощью рекламных баннеров в интернете и растяжек на самой выставке. Результаты акции. 2484 игрока приняли участие в квесте и пополнили базу CRM. Охват квеста более 1 100 000 посетителей автосалона. Участники квеста более чем 15 тысяч раз зачекинились у моделей Hyundai. Охват конкурса онлайн составил более 500 тысяч пользователей. Рост аудитории социальных сетей бренда составил 4890 пользователей. Вместе участники потратили 1,5 миллиона килокалорий. Что для меня является ключевым и вообще как бы самым важным во всей этой компании? То, что мы стандартные как бы метрики, которые мы используем в диджитале, выносим на пленэр, так скажем, и реализуем компанию в офлайн. Это тот самый стык диджитала и BTL, который сейчас очень активно набирает обороты и заставляет пользователя очень круто вовлечься в диалог с пользователем. Понятно, что данная компания была создана под задачи там, под автосалон и так далее, но диджитал-механики и при этом как бы в офлайне можно использовать в большом количестве там, мест,
где-то, где много народу, в каких-то торговых центрах и так далее. Более того, это достаточно там серьезный тренд, и это много используется. В России, к сожалению, это направление развивается очень медленно. Я вижу здесь как бы несколько ключевых причин. Первое – это действительно стык компетенций. То есть, грубо говоря, вот, например, данная компания, она включала в себе работу с некоторым количеством информационных носителей. Это RFID-браслеты, это RFID-стойки, это мобильное приложение, которое работало на двух платформах и на там всех возможных версиях. Кроме того, здесь мы там наблюдали серверную часть, да, то есть, грубо говоря, пользователи бегали между моделями автомобилей и там делали это все на скорости, отвечали правильно или неправильно, и вся эта история, она хранилась там в базе данных, и там мы сидели за каждым пользователем. Также в рамках этой программы шла отдача контактов CRM клиента, и плюс к этому мы осуществляли helpdesk и техническое обслуживание, это вот этот квест работал в течение 10 дней, вот, и также был элемент привлечения на стенд. Ну, то есть, это не самая простая, то есть, несмотря на то, что как бы может показаться, что там с точки зрения креативной, это, наверное, не самая какая-то великая идея, но пользователям было очень прикольно. Ну, то есть, вот момент, когда ты получаешь RFID-браслет, этот RFID-браслет как-то связан с тобой, ты подходишь и регистрируешь его в системе, потом бегаешь между стойками, подходишь к модели, чекинишься около нее, и только после этого тебе на смартфон приходит эта информация, вот это все, даже мне понравилось. Ну, то есть, несмотря на то, что я человек достаточно искушенный в этом, вот я этот квест прошла с удовольствием. И мне кажется, что вот эта ключевая особенность вовлечения при тех же метриках, которые используются при стандартных диджитал-компаниях, уровень вот вовлеченности и такого счастья, да, который пользователь испытывает при работе, ну, при коммуникации с брендом, она выше. И я хочу сразу рассказать про некоторые особенности подобных компаний. То есть я просто как евангелист так называемого Digital BTL или как это называют еще интерактивные медиа, я сразу хочу как бы предупредить о том, что есть некоторые особенности работы с этими проектами. Первое – это сроки. То есть, грубо говоря, если в стандартной Digital компании можно накануне за ночь там команда что-нибудь там переделывает и ура, все работает, то когда мы имеем историю с некоторым количеством там носителей информационных, которые должны работать между собой, это должно быть спланировано немного более заранее. И, к примеру, стенд собирается там накануне за 2 дня, да, в условиях там офиса оттестировать вот эту компанию невозможно, потому что, когда ты выходишь на пленэр, ты понимаешь, что, например, вот тут вот Wi-Fi вот так вот работает, а здесь радиочастота заглушена, потому что вокруг еще 25 миллионов стендов, и там, в общем, как бы информационный коллапс, и железо начинает сходить с ума. И, грубо говоря, ты не можешь это все предвосхитить, поэтому здесь очень важно как бы заранее просчитывать риски, это первое. А второе, иметь команду, с которой вы работаете, да, которая в состоянии работать на стыке компетенций. Например, вот у нас был смешной момент с этими стойками. Стойки мы забирали у бренда. Потому что как бы они у них были, они хотели их использовать, и последний раз они их использовали там, 2 года назад. Вот. И они нам их отгрузили где-то за неделю до начала кампании, и мы начали работать с ними, и вдруг неожиданно обнаружили, что стойки запаролены. А вот как бы подрядчик, который делал там это 2 года назад, он, естественно, уже там никаких там контактов. В общем, пароль искали, день не нашли. И мы честно ломали брендовые стойки в течение 2 дней. Поломали, но это был, это вот такие вот элементы рисков, да, которые нужно продумывать поэтому. То есть мы как бы финальный окей на эту компанию получили в районе 15 июля, а сам, собственно, проект, МИАС стартовал 29 августа, да. И, какие еще были нюансы? Например, мы работали с мобильным приложением. Мобильное приложение релизится там в течение 2-3 недель. Оно проходит аппрув там в том же App Store или там Google Play. И нет возможности это там приложение загрузить, например, там позже. Потому что оно просто рискует не появиться.
Вот, и, соответственно, мы, во-первых, делали там это приложение там, за 2-3 недели, а во-вторых, то есть нужна возможность, например, это приложение целиком редактировать, потому что в итоге всегда появляются какие-то правки. И эти правки, они, конечно, всегда накануне, и главное, эти правки всегда в приложение надо внести. К сожалению, в истории с Digital MTL очень сложно продумать все. Ну, то есть, но вот это, как бы, это вот те минусы, да, которых я хочу вас предупредить, для того, чтобы вы как бы понимали, что это требует несколько больше, ну, со стороны бренд-менеджмента, да, несколько больше вовлеченности. Но при этом это намного прикольней. Ну, потому что дальше в итоге, когда все это прошло, и все это продумали, и все это сделали, а что-то не продумали, что-то там все равно за ночь там, до конца, до старта вот этой вот выставки там доделали, вот вы приходите там на стенд или куда-то, где вы делаете эту кампанию, вот, и понимаете, что вот вся вот эта вот диджитал ваша история, которая, вот я занимаюсь диджитал там более 6 лет, и у меня очень часто вот, бывает это уже невыносимое чувство уже что-нибудь потрогать руками из того, что я делаю. Потому что я, например, прихожу, не знаю, к моему папе, и папа спрашивает: «Дочь, что ты делаешь?» Я ему группу ВКонтакте показываю. И он как-то, ну, как-то он вежливо относится к этой группе ВКонтакте. Но вот тут и вот этот вот момент магии, когда вот говорят, что это там технология, хорошо спланирована технология, это магия. Вот момент, когда технология выходит в офлайн, и пользователь начинает с ней работать, и ты видишь всех людей, которые бегают там между стойками и делают этот квест. То есть, ну, та же самая история, как, например, мы делаем какой-то промо-сайт, и там люди участвуют в конкурсах. Ну, вот как бы это фактически вот, там схожая модель. Мы получаем те же метрики, мы получаем тот же охват, мы получаем тот же объем участников, мы получаем те же контакты, если мы правильно создали эту систему. Но при этом вот это взаимодействие, ты его как бы видишь, и более того, вот, как мы поняли, подобные компании еще очень любят руководство, потому что тоже вот, ну, как бы есть диджитал-отдел, который тоже так занимается воздухом. А тут вот как бы этот воздух вдруг неожиданно приобретает такие четкие, приятные рамки. И это здорово, и как бы вот приходит руководитель, тоже проходит этот квест и радуется. Ему приятно. Вот и... Digital BTL, он включает в себя огромное количество разнообразных там историй. То есть это дополненная реальность, это интерактивные столы платформы, это ну, там, те же RFID, это, ну, то есть вот инсталляции, опять же, световые какие-то истории. Вот все вот эти штуки, вот все, что находится в как бы ведении разработки, но при этом вносится в офлайн, вот это все как бы включает такое направление Digital BTL. Вот, и реально такое есть всегда от этого ощущение какого-то волшебства. И поэтому я призываю бренды в каких-то своих стратегических компаниях планировать не только вот онлайн-сайты, да, онлайн-промо, там, SMM-историю и так далее, но выходить в BTL, и выходить в BTL не просто с BTL-активностью, которая переходит на сайт, а выходить в BTL с технологиями. Вот, мне кажется, все. И дарить автомобили. И дарить автомобили, да. Если... Вопросы. Аплодисменты и вопросы. Спасибо. По последнему этапу вы сказали, что был сайт. А это мой вопрос. Где, да? Там были 20, по-моему, людей, которые прошли лучше всех квест. И дальше на основании голосования выбрали самого главного победителя, который получил автомобиль. Вот вопрос, как защитились от накруток, потому что, наверное, все, кто делали конкурсы, сталкивались с тем, что сейчас очень много есть механик для накрутки голосов. Вот как вы с этим, как вы так сделали механику, чтобы исключить накрутки? Да, это правда мой вопрос, потому что мы делали не один конкурс, и мы всегда, когда большие ставки, вводили элемент экспертного жюри. Потому что голоса покупаются, и когда речь идет об автомобиле, любой даже не очень прошаренный человек, наверное, может быстро-быстро стать прошаренным. Да, и какие-то денежки на это потратить, в общем. Ну, мы, на самом деле, любой человек, который когда-либо приводил конкурс с крупным призом, знает, что это боль.
И другим словом это даже нельзя назвать. Но, естественно, как бы первая история — это то, что ты четко прописываешь в правилах, что бренд оставляет за собой право провести экспертизу и как бы принять некоторые там собственные решения. Вот. И второй момент. У нас там, собственно, на сайт можно было проголосовать только с помощью регистрации через социальную сеть. Вот. И дальнейшее как бы проведены, то есть после того, как мы остановили голосование, были проведены определенные работы, то есть мы посмотрели основные сайты, где закупаются голоса. Более того, по статистике на самом деле видно, когда вдруг ничего не происходит, не происходит, а потом раз, и такой там большой рост. Более того, видно по лайкам, то есть, грубо говоря, если ты, у нас был перечень лайков за каждую работу, и ты приходишь на профиль пользователя и видишь, что у него там два друга, и понимаешь, что это, конечно, накрутка с высокой долей вероятности. И у нас как бы под каждого просто пользователя есть там объем скриншотов и так далее. И дальше начинается та самая боль, потому что ты останавливаешь голосование, вывешиваешь результаты. И поскольку мы как официальный как бы проводчик этого конкурса, там стоит наш офисный телефон. Подходишь к девушке, которая у нас принимает звонки, ставишь перед ней валерьянку и говоришь: держись. И дальше начинается, обзвон всех, кого ты успел, те, кто были дисквалифицированы, они, конечно же, ничего не накрутили, естественно, и наши скриншоты им. То есть у нас в правилах прописано, что мы не даем комментариев. Вот, поэтому мы, в общем, объясняли, за что, и как бы дальше старались объяснить, что мы комментарии больше. А с какого раза в результате выбрали победителя? То есть сколько накрутчиков сначала дисквалифицировали? Мы дисквалифицировали 5 человек. Спасибо. А с негативом в публичном поле вы его терли, вы отвечали, вы что с ним делали? Вот на удивление, но негатива в публичном поле на данный момент не... Люди очень расстроились, но ничего про это не сказали. Они расстроились, там был из этих 5, был 2 сложных персонажа. Один персонаж решил, что он сказал, что он публичный человек вообще. И что вы вообще делаете, люди добрые, вот. Мы ему сказали, что мы как бы комментариев не даем, и он как бы вправе делать все, что он хочет. Но, в общем, его публичность, похоже, на этом закончилась. И был один у нас представитель, который... была прям грустная история, потому что они там весь институт обошли в поисках этих лайков, они там все собрали, но по итогу зачем-то к тому же накрутили сверху. Но у нас по правилам, если пользователь использует накрутку, то он дисквалифицируется. Что есть накрутка? Если я пришел куда-нибудь в большое сообщество и сказал: чуваки, проголосуйте за меня, очень надо, они все пришли по ссылке с рефером, вы это принимаете. Да, это не накрутка. Но если из 1600 голосов, например, мы проводим 20, выборку в 20, и видим, что у большинства из них два друга... Пустые аккаунты, боты. Да, то как бы... Ясно, спасибо. Да. Вы все еще хотите задать свой вопрос? У меня был тот же вопрос абсолютно. Единственный момент, а вы что, в правилах прописываете, что вы там не даете комментариев, и этого достаточно? Я просто не из России, да, то есть из Беларуси. У нас, если такое написать, да, то если бодрый чувак будет с накруткой, он подаст на вас суд и заберет тачку. Без проблем причем. Либо вы напишете очень четко правила, да, что вот это запрещено, это запрещено, это запрещено, без каких-либо двойных, понимаете, там, коннотаций и формулировок. Поэтому у нас, например, там вот эти все истории там с лайками, да, вот как вы говорили, да, либо есть какое-то еще там жюри, которое, по сути просто убирает вот все это лишнее, да, либо без вариантов, либо вы просто вынуждены отдавать тому, кто, накрутил это все или ботов использовал в неограниченных количествах. Тут какая история? История в том, что, естественно, эти правила писались нашим юристам, и там я просто не помню сейчас четко формулировок. Я так понимаю, там были и формулировки, и при этом и не обязаны давать комментарии. И не да. комментарии. То есть там все это было прописано так, что как бы не придерешься. Потому что, естественно, юридическая служба при таких раскладах очень активно. Да, присоединяйтесь, потому что понимаем, что это как бы определенные риски. Но вообще, я про диджитал как-то BTL хотела рассказывать, а вы все, кто машину выиграл, кто машину выиграл.
Что ж это за день такой? А можно я тогда спрошу? Вот я здесь как раз, ну, насчет машины. А можно встать и представиться? Да, да. Меня зовут Ева Богданова, компания ДНЭП. Вопрос следующего характера, ну, вот насчет как раз BTL. Я не присутствовала на этой выставке. Были ли другие компании, которые разыгрывали машины? И как вы считаете, если бы не было квеста, интерес бы такой же был к халявной тачке или нет? Я извиняюсь за то, что употребила это слово. Насколько это повлияло на интерес? Мне кажется, люди также бы фотографировались возле стенда, ну, как я понимаю, собирали голоса, независимо от того, есть ли там квест с этими браслетами. И в 30 секунд давайте уложимся на такой вопрос. Я не думаю, что приз очень сильно повлиял, честно. Я честно так не думаю. Приз, и как бы, вот этот приз, он был решен, что он будет такой не сразу. Вот, и я так думаю, что это был скорее больше сделан для пиара вообще стенда. Ну, то есть, грубо говоря, что можно просто прийти и выиграть там что-то. Ну, то есть, и чтобы люди приходили непосредственно на стенд. А сам по себе квест, он был как бы стал прикольный, и люди как бы, ну, то есть, люди скорее подходили и узнавали, а что люди... Что делают те, кто как сумасшедшие бегают вот между моделями? Вот были такие вопросы. Просто мне кажется, даже если бы этот квест не имел конечного приза машины, то и был также популярен, это было более круто, наверное. Потому что если машина, вы сами понимаете, ну, все знают, что побегают, не надо. Если нам бренд сказал разыграть автомобиль, то мы не можем сказать ему, что, это, что не да, нужно да, спасибо, этого делать. Вот. А так я согласна абсолютно, что это как бы больше про вовлеченность и про коммуникацию. И, грубо говоря, люди, которые прошли этот квест, это 2000 с лишним человек, они прошли по каждой модели, они прочитали вопрос про эту модель, они там в ней полазили, нашли там какую-то подсказку. Поэтому... Модель — это машина, это не девушка. Да. Ну, кто-то, может, и по девушке лазил, конечно, но мы к этому девушек. Отношения не имеем. У нас юридические правила. Все мы все уже нормально. Крадем время у следующей секции. Сейчас да. Быстро, самый последний быстрый вопрос. Меня зовут Антон Волков, компания «Промышленные силовые машины». И вопрос такой. Совпадала ли целевая аудитория, та, которая играла в ваш квест, с той целевой аудиторией, которая покупает у вас автомобили? Все. Хороший вопрос. Это было, как бы, скажем так, решение... Ну, то есть, насколько совпадает аудитория, которая вообще, в принципе, приходит на автосалон, с той, которая покупает. Было несколько, ну, то есть, вот, как говорил бренд, вот некоторые из тех, кто проходил потом мимо, подходили и начинали уточнять что-то про модели, и люди действительно были разные. И, как бы, тут дело в том, что если мы говорим про вопрос окупаемости, то, грубо говоря, в случае с автомобилями, даже если два человека после того, как они, а два человека это там 0,01% конверсии после прохождения этого квеста там прикупили автомобиль, то это как бы история окупается, понимаете, да, о чем я? Поэтому да. Спасибо, давайте заканчивать, давайте хлопать, аплодировать и любите почту, почта меняется, делайте смелые кампании изнутри наружу, как делали Билайн, влияйте на политиков. Это возможно. Надеюсь, что и у нас тоже. Следите, отслеживайте, правильно реагируйте на негатив и позитив и делайте волшебство на реальных физических площадках. Спасибо.